Как это все происходило? Ну, происходило. Приехали к нам утром, часов 10, 11. Да. Я слышу, газовщики приехали в подъезд. Ну, я на балкон вышла, спрашиваю, он говорит, у вас утечка газа, мы перекрыли вам подъезд, стоят весь перекрыли. Я говорю, а дальше что, сколько у нас газа не будет? Обращайтесь в ТСЖ. Ну, сколько я не звонила, трубку не берут. Мой с парнем, который живет на четвертом этаже, хорошо, он приехал посмотреть. У него была закрытая квартира. И мы стали искать закрытые квартиры, которые не могли газовщики открыть. Ну, вот он оказался этой квартирой, и вот я им попросила 5-й этаж пройти. Ну, по всем этажам, где были закрытые квартиры. Нашли несколько на 5-м, на 4-м, на 3-м только средние. И он собирался идти на первый этаж. И тут взрыв произошел. То есть это прямо в процессе произошло? Ну да? Вот мы стояли в дверях. Вот так интересно. А мы живут в следующем подъезде. Я дома была. Ну вот просите. Я дома была как раз в этот момент. Вот меня бросило. Там куртки, в общем, прихожая. В комнате все дверцы открыли. Ну, я не знаю, там пошел уже дым. Ну, потом начали соседи спускать по лестнице со всех этажей. А я не ходячая. Я вот попугая забрала, я говорю, я по лестнице не полезу. Не переживай. И спустилась по лестнице, мы сюда посадили. Все. Понятно. Привет.